Мое почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов СПК, и это Крис Кобра, который опять поджигает костер, чтобы я, блядь, в него въебался. Вот, и ждем, короче, стюардессу по имени Костя, и выдвигаемся, у нас традиция. На исследование. Да не надо его поджигать, ну заебал ты. Смотрите, что творит этот парень, что творит этот парень? Этот парень хочет, вот, чтоб я... Смотрите, как он загорится, тогда мы начали, а до этого мы пока еще только собираемся. Окей, ладно. Где так, у нас Костя, блядь? Сейчас буду. Так, Костя, это ты? Костя, я тебя не узнаю. Костя, Крис, смотри, что с Костей стало. Смотри, я его не узнаю. У нас же все правильно, у нас есть костер и есть рядом океан. Да, но нет у тебя. А еще у нас есть якорь, который тебе в бухту. И истребитель, который тебе в ангар. Там как костер зажег? Нет, я сейчас специально... Зажгли уже костер 250 тысяч раз. Я тебя туда лично кину. Не надо, ты меня не поднимешь. Надо. Я слишком тяжелый. На мне одет... Блять, у нас кто-то другой... А, вон, стюардесса... Костя, Крис загорелся. Все, серия можно начинать. Вот именно у тебя... Блять, ну стюардесса, конечно, по имени Костя, это вообще прям жесткая тема. У тебя вообще на руке вымя. Ну-ка, дай... Все, погнали! Дай, подожди, я возьму его на превьюшку, блять. Раз. Все. О! У нас тут голубенькие бегают. Я не понял, а чего у меня превьюшка не делается? Ладно, возьмем, так, сделаем вот так вот, сделаем Alt-F1. Спортсмены! Вот, альфа и Alt-F1. Ебать их сколько! Все, идем, пойдем, Крис, быстрее, Костя, валим. А, не, все, у меня нормально, по хп, что-то я. Все, так, идем. Так, а мясо с собой взять? Ну что, пошли спортсменов догонять. Мясо нельзя с собой брать, к сожалению. Нам нужно... Нет, можно, если просто нажать Е, то ты возьмешь его. Но... Если зажать, то ты съешь его. Да ну, господи, нахуй, а что вы раньше-то не сказали, блядь? Ты что, первый день играешь в эту игру? Второй. Ладно, хуй, да не, да не беги ты за ними, они сейчас тебя отпиздяшат, блять, и мы не успеем тебя догнать. Тем более, нахуй мы. А чего вы оттуда пошли? Мы в прошлой серии ходили в ту сторону, а теперь пойдем в эту. А че вдоль берега можно было же скосить? Здесь еще чемоданы на дне, но, блять, я не знаю, как их вытащить. А, бить. Да ты под водой-то бить не можешь. Ну, бить, чтобы их выкатить. Трагично. Под водой ты вообще делать ничего не можешь. Да. К сожалению, да. Ладно, все, валим. Значит, надо утыкаться головой и плыть. Либо вы, удочку придумать. Вы идете, нет? Да, идем. Не бей меня, здесь есть дамаг, блядь. Стюардесса по имени Костя, блядь. Я знаю, что тут есть дамаг. Опа, чудики. Три чудика. Я в море. Четыре чудика, заебись. Ты... Не, это перевес уже. Ты куда? А ну стоять, сука. Ебать он быстрый, хуй догонит. Вы там были? Так, я... Ай, блядь. Я троих уебашил. Молодец. А Крис, блядь, ой, Костя в воде спрятался такой, нахуй оно мне все надо, блядь. Драться еще с кем-то, блядь. Сука, я потерял одну броню кожаную, блядь. Вот. Ну придется найти еще одну кожаную. Ой, блядь. Не броню кожаную, а вымя. Да это все из-за стюардессы, блядь, спряталась, нахуй, и драться не хотела. А зачем мне терять хп? Заебись. Пусть лучше меня разъебашат там, нахуй. Да, я тебя откачаю. Так, нормально. А я кто я полностью лутали? Я там не был ни разу. Я ну, полностью лутал. Да там ничего нету. Ну тогда ты стой здесь, а мы сейчас сходим до яхты. Ну давай я тоже скажу, вдруг новое. Заебись ты придумал, блядь. Ну и пиздуйте тогда. Пиздуйте тогда, я не пойду. А чё, там же припасы. Да и хуй с ним. Ну тогда пообщайся с туземцем на берегу. Давай, давай, я пошел к нему. Там черепахи есть. Давай, пообщайся. У меня, правда, выну... А, там двое, сука, псов ебаных. Брём. Ну главное, чтобы этих не было, блядь. Господи, ты можешь прыть помедленнее? У меня дыхалки тупо нет. Что за персонаж, а, достался? Нет дыхалки. А, там их трое, сука. Ну троих я не уебашу. Чё, под яхту, наверное? Сука, псы.
Эй, псы, сука. Иди сюда, блядь. С топорами. Они там жесткие вообще, типы. Они от меня убегают, нахуй. И они говорят, я не буду с тобой драться. Ты слишком жесткий наш повелитель. Они другое думают. Как бы его замариновать? Как бы меня замариновать? Да пошли-ка они нахуй. Они его видят, думают. Мы тут с черепашкой. Морской черепашкой по имени Наташкой. Мы тут кутусим. Они не то, что Толю видят. Они нас всех троих видят. И такой, не... Еще полезли. Бля, мне не хватает лука, кстати. Вот было бы заебись. А у меня есть лук. Внезапно. Единорог. А у меня есть. У меня есть лук. У меня есть лук, но у меня нет стрел. Хуя. У меня тоже есть лук, но нет стрел. А еще у меня есть пика точеная. А еще у меня есть рогатка. Сука, не подходите нахуй. Я, короче, пацаны, на обороньке. На обороньке. Да съебись, блядь. Не подходи нахуй ко мне, сука. Блин, не могу. Иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь, сука. Что-то произошло на этой яхте. Иди сюда, блядь. Иди сюда. Ну-ка, дайте рогаточку. Иди сюда. Ай, блядь. Попробую. Гондон. Сука, козел. Да какое объединить? Выпить. Нихуя. Ай, блядь, ебать жесткий тип. Ай, блядь, ебать жесткие типы. Подожди, стой нахуй, до свидания. Ай, блядь. Сука, почти убили меня. На нахуй. Сука, меня почти убили. Ебать жесткие типы. Рогатка бесполезная. Рогатка? Ты бы еще прочу взял. Так, а где второй? Нету здесь прочи. А где второй? Да вон на дерево полез. Нахуй ты меня напугал. На дерево полез? Вон на дерево залез. Ебать ты, обезьяна, слезай нахуй оттуда. Сука. Я сейчас срублю это дерево, блядь. Вот он спрыгнул. Макака, сука. Ебаный, блядь. Ай, бьют меня, бьют. На нахуй. Гондон. Отлично. Ну чё, вдоль берега пойдем? Да? Урон упал, урон упал, окей. А, нет. Берег закончился. Берег закончился, ну тогда идем вглубь леса. Главное не нарваться на это. А у кого есть еще лекарства, дайте, пожалуйста. Ну, иди сюда. У меня давайте вообще... Давайте это... А вы нашли что-нибудь на яхте-то? Или вообще нихуя там нет? Я нашел джин с ромом, потом две шоколадки. Как взять? И этого. Е. А, во. И мишку, но мишку не дали забрать. О, все, спасибо. Мишку не дали забрать? Почему? Не знаю. Так, давай не убегай от нас, блядь. Тебя там заебашат, мы тебя потом хоронить не будем. Ну вы бегите ко мне, я вдоль берега иду. Берега тут нету, но я вдоль берега. Ну окей. Потом, а для вас не... я никто. Как и вы для меня. Тра-та-ри-та-та-там. Тара-там, тара-там. Давай, Костя, разбежавшись, прыгну со скалы. Проебали Криса, где-то мы. Да не волнуйтесь, я не потеряюсь. Бля, почему так быстро выносливость тратится? Вот меня не... У меня почему-то медленно, не знаю, что я сделал, но у меня оно медленно стало. Капец, вы медленный, конечно. Так, кто-то орет. Кто-то орёт. Да я. Это ты, блядь, вот это ты орёшь, так скажи мне, пожалуйста. Это, по-моему, не ты, нихуя. Это я. Их четверо тут. Их четверо? Один с огнём. Один за Сару в лес убежал. Один с огнём, одна баба, один с дубиной. Девчонку беру. Так, девчонка самая слабая, беру её на себя. Ай, блядь, сука, жёсткие какие типы. Все, заебашили. В смысле, двое на одного? Вообще нет, честно. Все, готов. А, с бабой деретесь? Она самая жесткая. Все, мы захуячили и бабу, и пацанов. Тут один, по-моему, вообще раком лег. Ебать, что это с ним? Надо превьюшку сделать из него. Ну так, надо воспользоваться этим. Ой, блядь, а нахуй ты выкинул оружие?
Ты мое выкинул? А где еще один зуб? Нет, мое на месте. Да пофиг, давай возьмем. Бля, надо срочно искать лекарств побольше. Олень. Сам такой. Нет, там был олень. Вы куда подождите? Ебать, мы 8 дней прожили. Да? Ебать, мы жесткие, да. Типы. Че, блин? Вот он я с трофеем. Заражение? Какое нахуй заражение? У меня, блядь, написано, что заражение. Почему? Вот. Заражение. Найдите алоэ, чтобы вылечиться. Ну, ну заебись. Совсем... Алоэ ни разу не находили, блядь, вылечитесь. Короче, я ебал в рот, давайте съебываемся с этого острова, нахуй. Ага. Я нашел... Строим плот, поплыли. Я нашел лодку. А я нашел тебя. Все, валим, нахуй. Ебать. Да, он короткий путь нашел. Опа, что это? Веревка. Скайрим, блядь. Скайрим. Давакин, Давакин, Давакин энд Скайрим. Кидай этого голожопого нахуй в лодку. Вообще-то это девочка. Это мой трофей. Это голопис. А, это то место, куда Костя нас хотел это отвезти. А, ты ее, короче... А, ну хули, 8 дней без бабы, блядь, он... Ну, понятно. Да. Логично. Ты теперь будешь с собой таскать, да, ее? Ну, смотрите, тут либо она, либо вы. Ну, блядь, нихуя. Либо ты, потому что ты в стюардессе, это формы, в форме стюардесс. А у меня вообще-то 3 дубины и топор. А у нас с Костей, ой, с Крисом на двоих 2 дубины. И что? Эх! Ну, 2 дубины и 2 топора. Ну, вы дубины это, кидаете, у вас это шутки 18+. Ха! Так, подожди. G, бля, по-моему, все, путь кончился, нахуй. Не, на тот остров давай. Давай. Надо бородку сделать. А здесь есть лодка? Ну, крафт можно. Лодку? Серьезно? Ну, ага. А нахуй тогда выживать на этом острове? А, ну ребенка же надо найти, типа, да? Ну да. Если взять и уплыть, тебя остановят. А можно его сделать? Персонаж не захочет уплывать. Ребенка сделать? Да. С вот этой вот хуйней, которую ты носишь на себе? Да. Да мне кажется, с мертвой нельзя. Нахуй, на то, что нахуй мы пришли на этот остров, блядь. По-моему, тут нет нихуя. Тут есть камни. Камни? Да. Замечательно. Давакин, 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 and Skyrim. Бля, я даже мясо с собой не взял. Вот это хуёво. А ты... кто-нибудь мясо с собой взял? Я. А ты не брал? Нет. Ну вы лохи, ну, да. Получается. Ну, у меня есть с собой бухло и похуй. У меня тоже есть с собой бухло. А на том берегу девчонка лежит. А на том берегу. Это все, что я помню из этой песни. А я помню берег левый, берег. Не, подожди, переправа. Так, народ. Берег левый, берег правый. Очень важный вопрос. Да. У вас палки есть? Одна. Все может быть. Это очень важно. А, нету. Если это прям очень важно, то у меня одна. А если это прям не важно, то у меня одна. Так. У меня одна тоже. Срочно идем по палке. Да, блядь, нихуя ты шустрый, блядь. Мы за тобой не успеваем, нахуй. Мы же, блядь, да. не вертолете летим, блядь. Хочется, ладно, хочется есть. Найдите что-нибудь съедобное. Кто брал с собой мясо? Костя, давай делись, нахуй. Бля, попугай, отъебись. У меня есть идея получше. Какая у тебя есть идея? Бля, вечереет, надо что-то делать, надо что-то мутить. Ну, поэтому я пошел. Да нахуй мне шоколадка, шоколадка у меня тоже есть, блядь. Я думал, ты мне мясо дашь. Ну ладно, спасибо, и на это. Мясо потом. А оно потом стухнет, нахуй. Блядь, смотри, втопил, смотри, втопил, как, блядь. Как же он топит, блядь, я ебал. Кстати, это с этой же стороны вроде тоже там что-то интересное есть, я помню. Вроде, наверное.
Я не помню. Ебать, он втопил, блядь. Да, да это вообще. Так, окей. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Я не вижу ни пизды. Пиздуйте кто-нибудь еще 4 палки, сделайте. Ну, одна у меня есть. Ну, тогда и 3. У меня одна. Тогда 2. У меня тоже одна есть. У меня еще 2 есть. Все, мы сделали палки. Давайте. Куда их приспиндолить-то? Вон, сюда, окей. Я буду это прыгать. Не помогает вообще. Что делать, если... Одну палку надо. Костя, давай палку. Е-е-е. Сохраняемся. И спим. А, спать нельзя, сука. Окей, ждем. Ебать, 3 дебила стоят, ждут у моря погоды, блядь. Да дай на шараж посмотреть. Я маловат смотрю. Какой-то. Маловат? Да нормально, втроем валетиком ляжем. Подумаешь, ноги торчать будут, не замерз. Подожди, валетом это когда двое. Ну, а тут будем тройным валетом. Тройным валетом. Можно спать, Костя. Ой, Крис. Это каким? Ну, тройной валет, это когда двое вдоль и один поперек. Кто из нас вдоль? Какой-то бутерброд получается уже. Ну, так с колбасой. И про какую долю говорим? Ай, доля воровская, как и людская. Бля, развалился нахуй наш дом. Кто-то из... О, бля. Чё? Так, вот так. Чё хотел сказать? А чё у Криса Кобры рядом с лицом было какой-то значок только что? Блин, чё... У тебя только что значок какой-то был. Ну что ты сделал что-то, и у тебя что-то какой-то значок появился возле имени. Вон, видишь, у Кости Радника такой значок. Что? А, это типа он в рюкзаке роется, окей. Да. Я попил газировочки. А, тут можно даже посмотреть, кто роется в рюкзаке. Я не знал. Да. Мы, кстати, идем в то место, Крис, в котором мы оставляли флаг. А кто куда бежит? Я бегу за вами, я не знаю, и мне похуй, куда бежать. Я бегу, куда глаза глядят. А, блядь, есть хочу, ебать хуёво опять. Короче, ну, с едой беда. Перепивай, я сейчас это... Да у меня есть шоколадка-то. А, ну хорошо. Последняя. А, нет, еще одна осталась. А, я её сейчас тоже её сожру. И вода. У меня одна газировка и 0 шоколада. Короче, все, если что, я последний труп. Опа, давай мясо да заебашим, правильно. Эй, куда помчало мясо, блядь? Все, мясо берем. Куру берем. Мясо. Кстати, можно, наверное, броню сделать из этого. Из олени. А что с него не дали мясо-то нихуя? Кура ящерицы. А нахуй ты выкинул шкуру ящерицы, скажи мне, пожалуйста. Или ты ее одел? А, я ее одел. В смысле, ее одеть можно? Шкуру ящерицы, да. Так, сумка, 2 этих. Слушай, какой-то каменный берег. Что за сумка? Нахуя мне сумка? Сумка. Можно складывать ягоды. А, нихуя себе. Шкура оленя. Шкура оленя. Бюдлюк для воды. Внезапно. Давай сделаем. Еще бюдлюк для воды? Да. Я сделал бюдлюк для воды. И для ягод какую-то хуйню. Еще можно сделать мешок для камней, сумка с копьями и теплый костюм. Теплый костюм, ебать ты жесткий, пошел-ка ты нахуй, теплый костюм. А, можно теперь пресной воды набрать, блядь. Да. Заебись. Вот это, кстати, хорошая тема. Костя, ты куда там, блядь, съебался? А, я хижину нашел. Бля, ебать вы без меня съебались, молодцы, конечно, я вас вообще люблю, пацаны. Мы тебя тоже. Взяли, съебались, блядь, похуй вообще на друга, что он там где. Ногу подвернул, да и пошел он нахуй. Опа, ягоды. Вот это, кстати, заебись, можно ягод набрать. Так, как... ты... Да, мы тебе, типа, не сможем помочь, но ты потом нам сможешь помочь. Так, я ягод набираю в мешочек. Будешь нашей едой. А, можно складывать ягоды. Так, это не пресная вода. Okay, сколько у меня ягод-то сюда влезет по итогу? Бесконечно? Навряд ли. Ну что-то они до сих пор складываются.
Подожди-ка, а я сменил одежду, да? Надо обратно переодеться. Ну-ка, я тоже сменил. Опа. Ты за мной. Что ты теперь? Зачем? Ты хоть меняй одежду, хоть не меняй, ты все равно стюардесса. По имени Костя. Так я и переодеться обратно в тот костюм. А-а-а. Че, я какую-то футболку одел, шорты? Нафиг оно мне надо? А че на том берегу? А на том берегу, бережочки. А. Хижина. Ну че? Бля, походу Или... реально бесконечно можно ягоды собирать. Нету вообще никакого... Опа, вот это можно выкинуть. Жимолость. А жимолость она съедобная? Жимолость? Не знаю. Бля, нет, это говно. Тут Библии разбросан. У меня 30 черник. Блин, в эти парадки зайти нельзя. А, все? Больше нельзя нести черника. Окей. Теперь можно набрать воды, в принципе, в эту хуйню. Только как... Ну, для этого надо найти пресный источник. Окей, ну это ладно, найдем. Тогда возьмем пока молоток наш. Так, если что, у меня палки есть, их много. Окей. Да, кстати, нужно насобирать палок. На всякое... Ебать, здесь бревен валяется, только не тех, которых нам надо. Так, не, это можно зайти, это не пресный источник. Фигня. Так, а вы где? Я бегу к вам, вы говорите, куда бежать. Ну, бежим дальше. В какую сторону? Так, шкура ящерицы еще одна. Окей. И мясо. Окей. Так. Подожди. Нормально. Где Крис? Ага, здесь. Я внизу на берегу. Окей. Побежали наверх. Ну погнали. Так, что так и идем вдоль или куда? Привал. Я устал. А вы это? Вы на шифте типа? Ну да. Ну да. А как еще? А вы долго можете на шифте? Ну, пока ну, есть. Я прилично долго. Если вода полностью заделана, то можешь бегать дольше, долго. А если воды не хватает, то бегать будешь мало. Не, у меня вода всегда... Опа, аллигатор. С аллигатора, кстати, по-моему, дается шкура, и с нее, по-моему, можно что-то делать, пиздатое. Сюда иди. Бля, здесь была косуля, но я ее проебал. В смысле? А, ну-ка, Крис, стой. Посмотри на меня, я в какой-нибудь броне сейчас? Ну... На ну мне да, у тебя на джинсах что-то... На мне должно быть брони Подожди. Много, ящерицы. Так это не аллигатор. Ну да, вроде как у тебя какие-то заплатки. Угу. Это броня ящерицы, правда я не знаю, насколько это броня, блядь, но... Должна быть Прикиньте, нормально. От меня аллигатор убежал. Мысли. О, сюда иди. Опа, кто-то орет. Кто-то орет, пацаны. Кто-то орет, но я никого не вижу. Подожди, там вот озеро. Там опять же что-то может быть. Так, вот пресная вода, судя по всему. Пресную? По-моему, да. Только почему-то... О, драйс. Нет, не пресная. Пресная — это когда заходишь, и там появляется иконка, что можно попить. Ну, к вам двое туземцев бегут. Появляется? У меня, да. А, пацаны? У тебя не появляется? О. Ну-ка. Сюда беги. Только она грязная вода. Офигеть, они реально по деревьям бегают. А как из грязной воды сделать нормальную воду? Через фильтр пропустить. А, ты, заебись. Ну хуй с ним, грязная их, грязная в рот и ебать, да? Да чё ты от меня убегаешь, сюда иди. Согласен, да? Ай, блядь, ты чё?
А, офигенно. Крис, 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 Крис! Ебать. Да. Костя, иди, тут еще одна твоя подруга пришла. А я уже лежу рядом с ними. А, тебя убили? Заебись. Да. Идем к тебе. Сейчас подъедем. Я же говорил, к вам бегут два туземца. Не два, тут их три. Ну, здесь их три. Ну, к вам бежало двое, а там их четверо. А вы что-то про воду разговаривали. Ты умер? Нет. Нет, Крис. Я живой. Нет, блядь, Костя. Я, кстати, да, почему? Блядь. Ты перезапустился, что ли? Нет, я ждал вас. Заебись, что-то ты быстро прям. Ну, значит, я тут землю съебнул. Короче, что, мы тебя ждем, что ли, или нет? Но ты до нас не дойдешь, ты не успеешь. Ну, успею. Ну, короче, давай, мы тогда этот... Иди забирай свой лут и пиздуй к нам. Мы ну, тут... тогда я кое-что сделаю. Мы тут недалеко. Так. Половину его лута заберу. Давай. Так, это что у меня такое? Канистра с топливом. Можно использовать для заправки бензопил... бензопилы. Окей. Так, камни, перья. Посольство. Я себе мясо посушу. Энихопея. Объединить. Что она дает? Энергетик, лечебный набор. Лечебный набор, это с чем ее можно съебывать? По картинкам лучше бы написали, с чем можно съебывать, блядь. Картинки, блядь. Хули мне эти картинки ваши? Окей. Черника. Жимолость. Выбросить нахуй. Ладно, хуй с ним. Камешек. Анатолий. Ай. У вас в игре музыка включена? В игре, да. Ну, музыки нет, но звук есть, а чё? Да я здесь музон включил. Здесь музыка есть? Ну вот я магнитолу у себя включил. А как ее, как, где ты ее взял? Ну, у меня она была. Ну-ка, а как включить музыку? Подожди, настройки. А, где это у нас? Ну, звук. А у меня нет звука. А, игра! И там есть. А, вот. А, музыка, да, у меня на 100% включена. Ну, вот я к тебе подхожу, слышно что-нибудь? Нет. А, это значит только для меня. Заебись, хуёво тебе. Ну-ка, дай, скинь, я тоже послушаю 2 минуты, отдам тебе. Ну, а у тебя вообще магнитола нету? Нету. Не. Сейчас. Я надеюсь, она без авторских прав. Ну, если наверное. Чё, ну, если что, этот. Ну, я недолго, я послушаю просто и все. А у меня вообще нету музыки. Ну, я тебе магнитолу дал уже с кассетой. Ну, у меня музыки нет. А ты ее взял, нажал? Ну, взял и нажал. И ничего не играет. Нет, подожди. Звуковые эффекты 50, музыка 100, а voice count 128. Ну-ка, вот тебе еще кассету дам сейчас. Ну-ка, давай. На. Так. Объединить, объединить. Объединить. Окей. Выбрать. Во! Пошла музыка. Какой-то рок? Или что это? Ну прикольно, прикольно. Магнитолку мне, она у тебя музыка останется, просто магнитолку мне. А как ее тебе? Просто отдать на подносе? Да. А кстати, а мы-то недалеко. А как, подожди, стой, на поднос. Ну, поднос я беру. Поднос, потом. А, объединить, окей. На. Да, музыка осталась. Ну вот, повеселее. Да, только если она с авторскими правами. Сделаю ее чуть-чуть потише. Давай сейчас... все. Блять, она... сколько оно вялится. А, нет, подожди. Музыка... Подожди, а что у меня? Я поставлю 40... 30 поставлю. Да, вот так нормально. Окей. Так, мясо вялится? Да. Оно вяленое уже или нет еще? Нет еще. Повешай, блядь, назад. Так, извиняюсь. Я по музыке помню в Counting Hero, когда записывал, мне же написали, типа, игры не слышно током, ничего. Я решил не просто игру добавить звука, а решил такой, давай-ка музончик. И первый же видос на авторские права.
Так, вода. Байошок записывал, тоже добавил музыку на авторские права. Так что... Ну, а музыку еще смотря какую добавлять. Вот есть, например, Epidemic Sound, там вот бесплатная музыка. Но там надо подписку. Там надо подписку покупать. Прикинь, сейчас кассету бы у него взял, включаешь, что там Владимирский централ. Ну и хуй с ним. Хуй с ним. Ты знаешь, в чем прикол? Есть. Те могут дать авторские права, но есть авторы, которые разрешают использовать контент на Ютубе. Там тебе так. Там тебе так и написано. То есть это ничего страшного. Быстро к нам добрался. Так мы же недалеко от самолета. Да? Вы че? Да. Ну все, валим. Только ты нам покажи, в какую сторону, да. В какую сторону не ходить, в какую сторону самолета. Ну подожди, нам надо сначала мясо дождаться. Я ж пришел от самолета. Сначала мясо дожидаемся. Долго оно будет вялиться? Мне кажется, долго. Да я, сука, без понятия, сколько оно вялится. Я скоро это от голода сдохну. А тебе голод? Так на чернику. Испорченное. Выбор. На чернику. Подожди, давай. а как тебе ее дать-то, блядь? Блин. А ты мне мясо... Кость, ты мне мясо даешь? На, держи. Она это, испорченная. Спасибо. Там есть черника или я тебе пустой отдал? Ты мне пустую дал. А, подожди, да, как ее... А как нахуй ты мне ее так-то даешь? Ты мне ее на подносе дай. Где там? Да. Конопатой бегаешь. Я тебя падал, увидел. За мясо-то нихуя не этого. Мясо сырое, блять. Короче, мы хуй дождемся мяса так. Ладно, собираем. Подожди, а... Собираем, короче. А там это, туземец лежит. И чё толку? Ну я ногу сейчас у него заберу. Короче, Костя, Крис, тебе надо искать ягоды. У тебя же есть эта хуйня-то? Так, короче, делаю по-другому. Чё ты хочешь? Сырое мясо съесть? Или... А, пожарить на костре? Да. Да выключи ты нахуй радио свое. Вот и всё. Ты всё мясо-то не кидай. А уже поздно. Весело. Все, я мясом обзавелся. Костя, иди тоже поешь сейчас. А зачем? У меня есть что похавать. Ну, блять, у тебя сырое мясо-то. Вообще-то у меня шоколадка есть. Да хуй с ним шоколадкой, блять. Шоколадка мало добавляет. Или две ноги. Да нет, уж каннибализмом мы точно заниматься не будем. Явно не на Ютубе. Да убери ты свою ногу, блядь, в лицо мне тычешь своей ногой, блядь. А почему бы и нет? Блядь, вот прикинь, вот ты реально сидишь, кушаешь, блядь, он еще и в костер ее положил, ты посмотри на него, блядь. Ёбаный в рот. Короче, я с вами не дружу. А что плохого в ноге, ее тоже. Ай, блядь, я горю! Ёбаный в рот. Покатайся, давай я тебя побью. Как кататься? Сука, блядь. Давай я ёбну. Всё, я потух. Блядь, со своей ногой. Погнали дальше. Блядь, еще и ходит ногу. Иди ногу ешь свою, блядь. Что за шанс? Все, пусть жрет каннибал, блядь. Стюардесса каннибаловна. А, блин, подожди, это не то. Я ж пить хочу. Зачем я ногу съел? Птица. Птицу я заебашу. Ой. Я хочу. Короче, вот все, куда нам не идти? Где самолет? Покажи нам направление самолета, и мы пойдем в противоположную сторону. Сейчас смотри, разворачиваешься. Видишь, где фиолетовые прыжки? Ну. Вот туда не надо. А, ну так это дом. Ну так в той стороне и самолет тоже. Мы же с самолета вышли и пошли прямо. Вы че? Да блять. Опа. Мы из самолета там... вышли и пошли нихуя не прямо. Мы пошли за тобой, ты нас повел в какие-то ебеня, блядь. Так я с той стороны пришел. Все, короче, пойдем в ту сторону тогда. Там за самолетом река, после реки вы. А, всё. Тут зима, кстати, пацаны, начинается. Где? О! А я люблю зиму. Молодец. Я вот чё ноги-то буду? Я хочу... Но здесь холодно, вам холодно и мокро. Разведите огонь. В смысле, я за черного играю? Okay. Пойдем тогда вдоль зимы, нахуй, не пойдем в зиму. Там холодно и мокро. У нас пока нету одежды теплой. Я что-то забыл, что тут скины меняются.
Я подумал, что я сразу черным стал, как только в зиму вошел. Я, говорит, черным стал, как в зиму вошел, блядь. Нормально. Ну, почему бы и нет? А, так тут дальше везде зима, она по тому контуру везде идет. Поэтому мы, получается, летнюю-то карту всю осмотрели. Ну, по идее, да. Вот пресная вода вроде как, я пойду попью. Хотя я нифига пить не хочу, тогда покупаю все. Блять, а так охота найти этих, которых кость... Ого. Ну, этих, как они называются-то, блять? Ну, нет, тварей-то этих, которые, блядь, мы с Крисом видели. Чтобы броню, да? Да. А их нету нихуя. Вот вроде хочешь их встретить, а их нету. Вот когда мы четверых-то встретили, ебать, я охуел. А я туземцев. Ну, троих-то из них-то мы заебашили. Да. Один остался где-то там бегать. А, подожди, не троих. А, ну да, троих, по-моему. Мы только не заебашили... А, так мы... По-моему, мы всех заебашили. Пойдем проверим. Нет. Ты чё, сука, бегаешь там на цель? Один остался, значит. Не, ну виды, конечно, да, здесь как в Скайриме, блядь. У меня, если чё, это рыба есть. Рыба? Да. Не, рыбу мне не надо. Кура кабана. Комплект одежды. Окей. Комплект одежды хаки. Заебиса. Ночь, кстати, пацаны, вечереет. Лама. Ночь, улица, фонарь. Так, туземцы, аптека. Вижу туземцев. Рядом с Крисом. Ой, с Косей. Где? Покажи. Вон с той мне стороне. Нужны их, мне нужны их ноги. Да не ходи ты один, ты заколебал. Так я подманю их на обратно. Да, 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 блядь. Ничего, что у нас Крис Кобра далеко очень. Да все нормально. Все, так мы это вдвоем. Так, их тут трое. Четверо, пятеро. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек, хвалим. Нам капсда. Восемь? Восемь, да. А, окей, погнали. Куда? А все, уже не погнали, они уже за нами охоту объявили, на. Так, крысами закинулся, погнали. Подожди, на. На. Где? Да господи. Вон ты... где Костя, где Крис. Ну, блядь, где Костя? Чё я путаю-то опять начал? Окей. Чё ты путаешь? Да я не знаю. Иду разбираться. Да шо Костя, шо Крис, блядь. Мужики, я вот он. Ну, блядь. Тогда на Рэ. Так, один. у меня о, выноски нету. Не я. Ай-я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 й, ебать, напиздывают, всё, я сдох, нахуй. Я сдох. Блин, что-то дубина-то не топор. Не ори. Все сдохли? Да, нет. А, ну окей, тогда давайте, я жду, пока вы меня воскресите. Ты фига себе, в кусту лежишь просто. Ты даже не лежишь. Бля, пацаны, они меня, по-моему, ебут там. Ясно, я вижу. У меня прям первым этом. А как опа. Красиво-то лежал. Подняли, молодцы. Да. Опять, смотри, женщина. Сюда иди. Где моя дубина, блядь? Где мой фонарик? Надо? Я что подумал, я лучше это самое. Топор так, я их не вижу никого. Все, вы всех убили, что ли? Не, где-то кто-то я рычит, да. Блядь. Где-то кто-то рычит, сука. Где там кто? Лысая, сука, шлюха. Да, господи, готово. Поди ты. Молодец. Бля, я так до сих пор ни одного лекарства не нашел. Ай-яй-яй, кто где? В смысле, блядь? Нихуя охуевший тип. А, блядь! Вы чё меня бьёте-то, блядь, пацаны? Я же с вами дружил раньше. Так мы... Раньше. А сейчас-то чё? Подожди, не топчи. Так сейчас вы меня бьёте. Не топчитесь, тут где-то зуб был. Заебал ты свои зубы искать, блядь. Ну тогда ногу. Каннибал. Так, пацаны, есть лекарство у кого? Угу. Давай.
Если было, было бы. А, ну понятно, наебал, короче, окей. Костя! Дай лекарство. Да. Дай лекарство. Я... Нихуя. А я чем-нибудь могу... У кого могу... есть перья? Дайте перья. На, сейчас дам. Погоди, раз. 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 На. И не то взял. В смысле? Крис, ты меня забрал от таблетки. Нет, я забрал у тебя таблетки. А, это думал. Так, ну-ка, можно же это скушать? Ноги. Так, что по мясу? Есть у кого что? А, ну у меня ягоды есть, в принципе, окей. Так, а у меня есть наручные часы, кстати. А мне, кстати, холодно. Можно сделать взрывчатку. Мне тоже холодно. Сейчас, подожди, я оленя хочу. Лента. Сюда иди. Бутылка. И что такое? О, аллигатор Анатолий пришел прямо возле тебя. Да и хуй с ним. Он тебя ест вообще-то. Он меня ест? Ты че, пес ебаный, блядь? Охуел меня есть, гондон? Иди сюда, жирная черепаха. На нахуй. На нахуй. На нахуй. Все, 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 пацаны, тут над трупом не издеваемся. Это вообще-то моя шкура, мое мясо. Так, где у нас костер? Я холодно, пиздец мне. Я сейчас его сделаю. Нам олень пришел погреться, пацаны. Да я уже сделал. Да ты что не сказал-то? Я тогда бегу к вам. Так, окей. Блять, как сделать мину? Я что-то не понял. Так, вот это, вот это, вот это. Бутылка. А что такое круглое? Это что такое? Это монеты или что это? Это камушки. Камушки. Рядом с вами туземец стоит. Нет, камешки это понятно. Его? Нет, я вот, смотрите, я пытаюсь сделать взрывчатку, здесь что-то круглое нужно для нее. Реально туземец. Что это такое, блядь? Непонятно. Что-то круглое, блядь. Не-не-не, я замерзаю, я обратно к этому. Часы, бутылка, пробка. Не, я мясо ваше не буду. У меня свое мясо есть. А вот это что? Это что такое, сука? Петиль, камень. Только, может, реально камешек? Ай, блядь, нахуй ты взял камешек? О, еда. Как есть? Ага. Отлично. Угли, блядь, какого хуя угли-то уже? Так, чё, спать идем? Да, давай поспим. А у меня нету нихуя, чтобы кровать сделать. Лук, рогатка. Да, блять, кто, где еще? Древо, снегоступы. А можно это прям... Кто где? Да рычит где-то. Да вон. Батарейки. Ладно, хуй с ним. Че это такое? Фига он дерзко, прикинь, шел просто простым шагом. Вот то как... Не-не-не, я побежал. А то сейчас будет некрасиво. Отстань, пес ебаный. Вот сучара. Дай дубинку мою. Куда ты помчался? Эй, ты куда, сука, помчался с моими стрелами-то? А где костер? Я нахуй что-то замерзнул. Съедайте свое мясо, я свое пожарю. Бля, пацаны, он съебался. Он съебался, просто съебался, пидорас. Вот а ты, сука. Я тебя все равно найду, блядь. Ой, да пошел ты нахуй, блядь. Еще бегать за тобой, блядь. Гондон. Убежал с двумя моими стрелами. Я его пытался догнать, но его хуй догонит. Бля, я замерзаю, пацаны, ебать жестко. Ебать мне холодно, пацаны, пизда. Ну, ебать, догоняй. Мои пальчики мерзнут, пиздец. Ай-яй-яй-яй-яй. Блядь, и shift не работает, сука. Почему, когда бегаешь, ты не согреваешься? Ты же должен согреваться, когда бегаешь, блядь. Окей. Опа, мясо. Сука, уголь ебаный. Фу, блядь, мерзость.
Я две рыбёхи положу. Бля, у нас есть сигнальный огонь. Ну-ка, дайте я попробую въебать один сигнальный огонь. И ногу. Блять. Опять. Чё-то их больше и больше. Чё ты сделал? А чё, удобно? Ты чё, все сжечь собрался? Это с толку-то от них, блять. О, вон они бегают. Окей. Мы спать-то будем сегодня, нет? Да навряд ли мы сможем. Здесь эти твари бегают. Ай-яй-яй. Нам бы лучше на базу вернуться. Да. Потому что серия подходит к концу уже. Ну, короче, у нас, на базу. У нас какие-то не очень продуктивные серии, да? Почему? Ну ладно. Веселые. Блин, а мы сможем дойти в рыбу-то дойдите. Мы сможем дойти в такую темноту до базы-то? Ну, сможем. Мы все сможем. Ну что, погнали? Это... Готовы? Бежим просто. Сейчас, подожди. На счет три. Погоди, стой. Стой секунду, погоди. А в какую сторону? Где желтый молоток? Ну да. Так, ну что, на счет три. Раз, два, три. Три, побежали. Кто-то из на туземцев не обращай внимания. Я кого-то поджег. Это меня. Ебать ты огонек. Смотри, Крис, какой он огонек был. Ну, уже кончился. Пацаны, слева овраг. Хуй с ним. Мы видим. Хуй с ним. Справа аллигатор. Хуй с ним, я его. Я по ему прошелся. Бля, все, шифт кончился, пацаны, у меня. Да они тут какие-то рохи, они нас пугаются, они убегают. Аллигаторы, блин. Так, все, идем пешком, пока шифт восстанавливается, пацаны. Мы, кстати, еще же замерзать можем. Да. Так, толстовку наденьте, если есть такое. Мне в таком костюмчике удобней. У меня все продувает. Хотя можно это временный костер кидать. Да. Отогреваться потом... и потом уже ебашить. Ну что, делаем? Давай, да. Давай. У меня есть камни-палки. Ну, следующий костер делаешь ты. А если следующий костер вам понадобится, то я его сделать не смогу. У меня кроме листьев нет нихуя. У меня есть. У меня тоже есть. Все, бежим дальше. Не полностью вы... отогрелись? Да, я да. Погнали. Погнали. Только без коктейлей Молотова. Да, так, здесь придется вплавь, пацаны. Ну, у Толи был коктейль. Я его оценил. Немного крепкий. Бля, опять замерз, заебало. Офигеть. Офигеть. О, вот эти бьют. Хуйни, вот эти хуйни, Крис. Угу. Но похуй. Ой, на них. Ой. Так, за мной не бежать. Да, я почти это. А, мы к оврагу почти... подошли, к этому огромному? Да. Да. Ебать, мы жесткие, типа. А, о, я, кстати, помню, я туда спускался. Нахуя? Я не знаю, мне сказали, давай туда. Я туда. Подожди-ка, вот парадку, в нее можно забраться, нет? Так, какой-то ачивку дали. Серви что-то там, хуи моё. Окей. Так, пацаны, замерз. Ну, пока хуй с ним. Ебать, это я куда полез? Не знаю, я куда-то вниз полез. Ты пропал с радаров. Пацаны, вернитесь назад, там можно спуститься в пещеру. Зачем? Бегите ко мне. Поздно, мы уже спустились в пещеру. Как тут можно сохраниться и переночевать? Да ну, ладно. Да. Че, вы залезаем обратно?
Да. Давай. Вылезайте обратно, давайте. На сохраниться, потому что... Сохраняйся, ставим палочку, что здесь есть. Давай. Да. Так, правда, ты поставь, уже... ты ставь палочку, я побежал сохраняться. Правда, есть уже утро. А, не, поспать можно. Можно? Давай. Да. Все, ну, я давай. Подошел спать. Да иди ты нахуй со своим залипанием клавиш, блядь, ты ебанутый. Как это отключить, нахуй? В Windows. Заебало. Так, сохранится C. Окей. И все, заканчивается на этом серию, да? Да. Так, значит, ребятки, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на мою страницу ВКонтакте, на пацанов канала подписывайтесь, на мой Телеграм подписывайтесь. И скоро мы с вами увидимся, ребятушки. Всем пока. 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 А, это нельзя делать. Ука, блядь, пожрать-то есть? Нельзя что? Делать. Тараканы, блядь, попался. Ебать, сколько здесь палаток пожрать. Ой.